Все, можешь сказать ему, что мы снимаем. Все. Как говорится, все. Начали, думали. Начали. Начали. Ну, красота. Смотри, нас видно. Сейчас. Смотрю. Видно. Очень даже хорошо. И зелененькая или красненькая горит. Ну, красненькая горит. Ну, это. Да, горит. Прикольно. Ну, красота. Все, потом посмотрим. Вот то, что мы в прошлый раз были у вас, записывали. Прошло на ура. Да, прошло на ура, да. Вот, все Миша посмотрели. Да, Миша все загрузил. Все посмотрели, да. Все, все сказали, как дядя Сеня хорошо выглядит. Да. Вот. И вот есть... Я тоже подготовился в этот раз. Я тоже подготовился. Так. Пусть компьютер запускается. Мама звонила, я с мамой разговаривал. Ну, красота. Она как-то собирается тоже туда дальше, может быть, приедет сюда. Да. В Штаты-то здесь, может, и сюда бы. Слушай, попробуй поднимать, может быть, не знаю, слышно нас, не слышно. Просто поднимите. Что подвинуть? Это сам, этот... сам агрегат. Ну, я думаю... И он весь, вся книжка, она с комментариями. Ага. Вот как у вас комментарии Раши. Да. Вот, а тут, по-моему, разных мудрецов. Мудрецов, да. Да, 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 тут разные. Ну и, соответственно, тут вступление от редакции. Ну да, само собой. Так что будет чего читать. Да, да. Вот. Я сейчас читаю каждый день псалмы Давида. Ага. Это тоже хорошо. Тоже очень хорошо. Так. Вот. Кстати. Сейчас запустится. Запускайся. Оно к компьютеру у меня медленно относится, да? Это мама. Ага, с папой. С папой, да. Как он себя? Как он сейчас? Нормально. Очень приятно слышать. Вроде бы нормально, да. Вот, я не знаю, где они были, но это вот недавно они прислали фотографию. Вот. Это то, что Рима прислала. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Это вот Ади стал такой, Марина с Максимом. Ади, да. Ади вырос. Да. Я бы не узнал. Это его жена, что ли? Это Марина. Это Марина. Это Марина? Да. Максим-то похоже, Марина совсем не похожа. Вот. Это Ади весь из себя такой мускулистый. Да. Вот. Это, по-моему, на свадьбе Максима. Марина, сади. Ух, Марина какая стала женщина интересная. Да. Она и была интересная, и девочка была интересная. Да. Это... Пригласительный билет. Вам знакомый. Да, да. Время проходит. Это мама Марика, по-моему. Да, да. Они недавно были, это Марина прислала фотографию. Это Рима с Мариком, они сейчас были в Чехии. Да. Вот в Чехии, да, она мне звонила и говорила, да. Да. Тоже очень хорошо выглядит, по-моему. Так, ну, и чего он застрял? Стоп. Ну. Это Марик. На пляжу. На пляже дома. Это я не знаю где. Ласты, может быть, и дома. Хотя вот постройка вроде не похожа. А вот там море. Вроде как море, да? Я не сказал. Я не знаю. Может быть, это в Карловых Варах, где они были. Ага. Вот с Римочкой, да? Да. Это тоже на курорте? А я не знаю.
Я ничего не могу сказать, я не знаю. Это Марина, по-моему, в Италии. Угу. Все, боже мой, все. Да. Где-то они были, у вас это все есть. Прямо... Ну, а тут я попросил, чтобы они прислали фотографии, так что вот они прислали фотографии. Наука на грани фантастики. Ой, да. Это на свадьбе вот Максима. Это вот жена Максима, Ира. Ну-ка. Быстро познакомился, быстро женился. Ух, какая блондинка. И он так стал серьезный, такой мужчинистый. Да. Мой мальчишка стал такой мужчина. Вот это Марина с ней, с Ирой. Марина. Да, это вот они готовятся к свадьбе. Как две сестры. Я бы ее никогда не узнал, Марину. Угу. Это тоже уже поздний вариант, вечера, наверное. Прямо перед хупой или что-то типа того, да. И она пошла под хупу? Да. Пошла? Да. А не приняла еще это? Иудаизм? Я не знаю, надо у них спросить. Вот это Марина, я не знаю, где, ангел. Юль, ты не знаешь, что за ангел? Нет. Да. По-моему, это Италия. На... Как такая смесь Марика с Римой, да, получилась. Она совсем другая, совсем я бы никогда ее не узнал. Его бы я его узнал, он не так изменился, вот он. Да, сейчас попробуем. А вот она невеста. Это вот хупа, это Рима. Ага. Это вот это мама Марика. Вот, ну, это не очень четкая фотография. Это вот они на хупу идут. Под хупу, вот это под хупой уже. Ага. Это вот, Равины. Но они же где-то, не в свадьбе, не в Израиле же? В Израиле. Хупа в Израиле была, да. А расписались они... А, по-моему, на Кипре. На Кипре, да. А хупу? Вот, это они уже где-то путешествуют. Да, расписывается на Кипре, а хупу делает в Израиле. Угу. Какой же раввин делал хупу? В смысле? Не знаю какой. Я с ним лично не знаком. Нет, но я имею в виду, если... Ортодоксальный или не ортодоксальный, я не знаю, мне нечего сказать. Я там не был, я даже не интересовался, если, что... Как бы, записываются в Кипре, то есть как это... Я не знаю. Ну, как бы ты можешь расписаться где хочешь. Ну, понятно, что можешь расписаться где хочешь, но... Как бы если ты расписываешься за границей... будет делать хупу, если ты расписываешься за границей, то есть, как бы, тогда получается, что... Ну, просто это не будет признаваться... Если нету хупы, это просто не будет признаваться еврейским законом. Ну да. А если есть хупа, то оно будет признаваться еврейским законом. Ты учишься на врача? Ну, зачем так сразу? Ну, на терапевта такого, да. На терапевта. Я смотрел, эти вопросы ты и задаешь по медицине. Я только что экзамен на это сдавал, просто помню название. Да. Вот, это вот перед хупой у них тоже. Ира с Максимом. Да? Да. Девочка красивая, конечно, можно. Они красивая пара, да. Конечно, можно в нее влюбиться. О. Это Бетя с Мишей. Да, Миша же был больной, наверное, был. Знаете, вот я таким его помню. Как-то... я помню, когда последний раз мы к ним приезжали, мы рассказывали анекдоты. Да? Ага. Вот, а это Риме 60 лет, это они пошли праздновать. Это вот недавно. Вот все, сколько у тебя есть. Все это есть, все да, это видно. Да. Вот Максим, Ира, Рима, Марина, Ади и Марик. Угу. Стоп. Он любит музыку, он, наверное, пошел в деда этот. Может быть. Он играет, учит. Угу. Мне Рима шерсть. Он талантливый. Талантливый мальчик, да, то, чтобы он не оставлял вот это все таланты и продолжал. А когда дядя Миша постоянно играл на мандолине и пел. Да. Да, вот как вы поете. А чтобы не оставлял это дело, а вот продолжал.
Так, это Рима. С мужчином. Мужчину не знаю. Мужчина с усами. Мужчина с усами, да. Да. Кто вы мужчина с усами? Где Марик? Верните Марика. Что за безобразие такое? Я не думаю, что фотография тебе ответит. Фотография не отвечает, да. В ответ тишина. Хотя сзади написано по-немецки. Что-то... Spanferkelbrat mit Kloss. Mit Sauerkraut. Так, а это мы с самого начала вернулись. Вот опять Ади и Марина и Максим. Угу. Так... Возвращаемся. Вот. А это мне москвичи прислали фотографии. Да? Угу. Сейчас. Это Андрей. Вот. Это сын тети Нины. Это сын тети... Это сын Нины, Нины, да. Ага. Сын Нины. Это вот недавно они собирали грибы. Ничего себе. Ага. Это Нина. Дайте, дайте. Вот. Тетя Нина. С внучкой... Соня, это Ирина, дочка. Ой, как все мои, ой-ой-ой-ой-ой. Я помню, она какая. Делай клоузап, пожалуйста.